Программа политической модернизации получила конституционное закрепление. Такое мнение выразил государственный советник Республики Казахстан. По словам Ерлана Карина, проведение референдума в 2022 году стало рубежным событием, открывшим новый этап в развитии казахстанского общества. В целом, кардинальные политические реформы, проведенные в нашей стране за столь короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе, отметил госсоветник. Год назад граждане Казахстана большинством в 77,18% одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции страны. Принятые поправки в Конституцию включали реформу института президентства, парламентскую и судебную реформы. Конституционная реформа и новый электоральный цикл сформировали конфигурацию новой политической системы. Реализация президентской программы политической модернизации продолжается. Предстоят еще прямые выборы акимов районов и городов областного значения.